Всем здравствуйте. Мы вас приветствуем из Казани. Это столица Татарстана и стадион Акбарс-Арена. Сегодня нас ждет матч 16-го тура МЛБ первой лиги по футболу. Казанский Рубин принимает Балтику. Получить рецидив гораздо проще, поэтому лучше дать полностью восстановиться в той или иной болячке, чтобы выйти на поле. Здесь совсем один Маляров на дальней штанге не стал бить поворотом. Передача головой и гол открывают счет. Калининградцы в Казани, и что здесь было, я не понимаю. Смотрим за атакой Балтики. Удар, поворот, нет, это передача. Вновь опять голевая атака. Отдает Лазарев налево, Кузьмин обратно. Пас отличный. И что, это пенальти? Это пенальти! Какая хорошая проникающая передача. Гидеон Гузина у мяча. Он может сделать счет 2-0. Разбегается, Изюбин берет этот пенальти. Но как отбил неудачно его прямо перед собой. И на добивании Гидеон Гузина оказывается первый. При этом никак не среагировал на это нарушение. Арбитр Безруков хорошо прошел. И здесь ударить можно. Бьет ближний. Какой гол хороший забивает Кабутов. Пятый гол защитника Рубина в этом сезоне. В адрес казанской команды. Удар поворотом и гол! Первая же атака, и снова в начале второго тайма очень хорошо использовали угловой футболисты Балтики, чтобы попробовать нагрузить ту же зону, что и была при угловом. Удар поворотом, это гол! Егор Тесленко забивает второй мяч в этом сезоне. Все остальные футболисты Рубина в штрафной. Навес и забивать можно здесь! Прямо попадает в Латышонка сейчас. Кабутов, навес на дальний, удар, поворотом, гол! Рубин сравнивает счет в этом матче. Все, итог, ничья 3-3 в Казани. Встречались команды.